Доброе утро, моя любимая страна. Всех с добрым, прекрасным, хорошим днем. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких, знакомых, друзей и, конечно же, у ваших питомцев. Моя сегодняшняя подсказка – подсказка для тех, у кого есть собачки, которые кашляют. Причины кашля разнообразны. Одна из основных причин, подчеркну, у карликовых пород – это сужение трахеи, либо трахеальный кашель. И если ваш питомец создает похожие на то, что я сейчас сделаю, звуки, это х-х, вот такой вот сухой, непонятный звук, это повод для того, чтобы вы обратились к специалисту. Почему? Потому что, вероятно, трахеи что-то мешает в момент прохождения воздуха. Это может быть сужение, генетическое сужение, стеноз трахеи, это может быть воспаление, это может быть сердечный кашель, и своевременная диагностика дает возможность комфортно дальше жить. Поэтому пользуйтесь и знайте о данной подсказке. Будьте здоровы, вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!